Строительство шестиполосного московского моста – одна из самых обсуждаемых тем в Чувашии. Смелый и дорогостоящий проект призван решить множество застарелых проблем. Разгрузить транспортный поток, обезопасить движение и, что немаловажно, украсить самый живописный уголок Чубоксар. 10 июня обещают начать асфальтирование. 10 июня. Обещаю, если будет погода солнечная. С погодой мы поговорим. Хорошо. Пока погода остается единственной неизвестной составляющей в строительстве объекта. Все остальное идет по плану, а сроки сдачи даже превосходят ожидания. Ко дню республики планируется открыть первую половину монолитного моста. Он рассчитан на трехполосное движение. Полосы должны быть для общественного транспорта по 4 метра, для общего пользования 3,5. Мы делаем сейчас по 3,5, это для общественного, и 2,75 для легкового транспорта. Как бы временно делаем уширение. Работы по возведению нового моста начались в 2015 году. За это время проделана колоссальная работа. Вы видите, здесь полностью сооруженных 3 пролетных строения, 3 секции пролетного строения. Вот на данный момент сейчас подготавливается конструкция СВСУ для сооружения 4-го пролетного строения. Планируем мы забетонировать этот пролет 28 апреля. Вот, и также через 2-3 дня планируем сделать натяжение пролетного строения. Завершить всю работу подрядчики обещают в начале декабря 2018 года. К этому времени будет полностью реконструирован старый мост и открыто шестиполосное движение. Напомним, строительство моста осуществляется подрядной организацией «Пелискер», а общая стоимость контракта – более 1,5 миллиардов рублей. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика.